пройтись уже не на лыжах, а маршем Победы по Красной площади. Такая возможность появилась у жителей нашего округа. Стать участником волонтерского корпуса 70-летия Победы может каждый. Формирование у молодых людей чувства сопричастности к Великой Победе. То, ради чего был создан Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы. По словам организаторов, он объединит 80 тысяч молодых людей из всех регионов страны, включая 3 тысячи волонтеров. Направления работы корпуса самые различные. От социальной помощи ветеранам до благоустройства памятных мест и воинских захоронений. Это актуально особо в нашем регионе. У нас не так было много людей, которые ушли на фронт. И то есть думаем, что вот это количество, все имена, все-таки это возможно восстановить. Затем, естественно, кроме поисковой работы, это благоустройство, захоронение. Региональное отделение волонтерского корпуса 70-летия Победы сегодня открыто во всех регионах страны, в том числе и в Ненецком округе. Чтобы привлечь молодежь в этот проект, региональные координаторы провели презентацию корпуса в Ненецком профессиональном училище. Ребятам рассказали о наших земляках, ушедших на фронт. Из 10 тысяч более 3 не вернулись в округ. Мало кто знает, что в героическом подвиге капитана Гастелло принимал участие наш земляк, уроженец Нижней Пёши Алексей Калинин. Младший сержант, радист-стрелок, погиб вместе со знаменитым экипажем, направив горящий самолет в группу танков противника. Всех, кто хранит память о подвигах своего народа и неравнодушен к судьбе России, региональное отделение волонтерского корпуса приглашает в свои ряды. Для того, чтобы попасть на парад Победы и в городе Москве, и на парад, военно-морской парад в Севастополе, нужно пройти дополнительный конкурс. Для этого нужно, опять же, зарегистрироваться на федеральном сайте, уже в отдельной регистрации. Нужно иметь возраст выше 18 лет, потому что проверяет служба безопасности людей. Люди будут работать с ветеранами, люди запросто могут столкнуться с президентом нашего государства. Чтобы стать волонтером, необходимо зайти на сайт волонтеры70.рф и заполнить анкету. После с вами свяжутся представители регионального штаба. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север».